Я думаю, что на самом деле для России рынок еще очень сильно не выбран для такого рода услуг. И как практик могу сказать, что для многих моих коллег, да и для меня, что скрывать, это еще немножко терра инкогнито. И поскольку все мы делаем, что называется, ручками, конечно же, не без интереса узнать, какие предложения сейчас по автоматизации процесса, насколько это возможно. Продвигается не так быстро, как хотелось бы, но можно сказать, что благодаря тому, что у нас коммуникации достаточно хорошо развиты, даже со многими развитыми странами, это, наверное, способствует более такому скорому продвижению, чем в некоторых европейских странах. Глобально на рынке все еще есть очень много того, что должно быть сделано в будущем. Поэтому я лично считаю, что рынок, он в достаточно зачаточном состоянии находится здесь. Хотя, несмотря на это, есть много успешных проектов. Я могу сказать, что достаточно слабо еще предоставляется сервис именно у разработчиков CRM-программ. Много очень недоделок и, видно, решений, которые они не знают, как находить. Вот. То есть определенные трудности. Но с точки зрения идеи, как бы без этого, я думаю, никак. Я думаю, что формализация задач маркетинга сейчас актуальна в больших компаниях, и MRM, наверное, ориентирован больше для них. Но представителей таких компаний, по-моему, было не особо много. Плюс это те люди, у которых MRM позволит контролировать, что является их основным интересом. Сегодня, я считаю, это тоже очень серьезное направление, да, оно помогает вести бизнес. И я считаю, что вчерашние доклады, посвященные этой тематике, они тоже очень полезны. Да, я слышал выступление Александра прямо от начала и до конца. Приятно, что появляется в России технология MRM. И вообще то, что связано с автоматизацией маркетинга и с автоматизацией отделов продаж, например, это вещь, которую, мне кажется, в России давно пора уже начать привносить. Подразумевает, конечно, наличие какой-то культуры и наличие знаний у специалистов, которые это используют, чтобы это во благо, а не во вред работало. Но здорово, что первые компании всерьез обращают внимание на российский рынок, начинают приносить свои технологии сюда, свои знания и методики. Я думаю, это поможет российским маркетологам. Поэтому интересная была секция. Что касается CRM, более-менее все владеют как минимум термином. Пытаются так или иначе внедрять, подразумевая самые разные вещи. Под этим, что касается MRM, очевидно, продукт новый. И я думаю, что в узкопрофессиональной нише огромное будущее этого продукта. Потому что я на самом деле сам бы хотел иметь вот такого помощника, электронного помощника, который бы, в общем, позволял мне управляться со всем тем объемом информации и со всем тем объемом задач, которые передо мной стоят в ежедневной работе. Честно говоря, я не очень много знаю людей, которые, в принципе, могут MRM расшифровать в России. Тем более, как-то уже начали какой-то багаж знаний в этой области накапливать. Я сам только, наверное, года полтора этой темой интересуюсь, и это пока такой во многом темный лес. Мне кажется, что сейчас этому больше уделяется внимание, потому что наконец-то есть осознание этого вопроса, надобности, что действительно все данные должны разделяться на категории и правильно использовать. Вот сейчас их только делят, думаю, дальнейший этап будет применение. Что сейчас мы пытаемся в жизни автоматизировать очень большое число процессов. Но вопрос всегда, насколько это нужно. Моя позиция, что не надо увлекаться сверхавтоматизацией. Есть ситуации, когда она тебе нужна, есть ситуации, когда даже знаменитый McKinsey использует ящички и банально бумаги, потому что людям надо видеть некоторые процессы. Для кого-то автоматизация сработает, и в целом, конечно, это позитивная тенденция. Но есть вещи, когда нужно понимать, что автоматизация – это не вся эта наша жизнь. И какие-то другие решения, либо комбинирование –
автоматизированных решений, с непосредственным общением, с использованием других каких-то технологий, это будет что-то правильное, что-то работающее. Маркетинг это все-таки что-то такое, что на лету происходит, да, автоматизировать можно какие-то количественные показатели, да, как какие-то данные, то, что можно в численном выражении как-то отобразить. А все остальное – это уже профессионализм, это уже работа на интуицию, на какие-то вещи, которые нельзя даже прогнозировать. В маркетинге имеет смысл автоматизировать, наверное, расчет каких-то показателей, которые могут давать оценку правильности движения компании. Вот. И просто функции, то есть автоматизированные рабочие места, которые позволяют повседневные операции выполнять быстрее. Да практически все, что делают исполнители в департаментах маркетинга, все, что делают сотрудники, оно подлежит автоматизации. То, что отдается агентствам там на придумать, то, что очень часто есть у руководителей там тоже на придумать, это, как бы, наверное, творческий процесс. Но 90% того, что делается, подлежит автоматизации. Я считаю, что автоматизация нужна как раз-таки вот в, наверное, ежедневной ручной работе, да, то есть документация и тому подобные вещи. А вот чего нельзя сделать, так это идея. Идея, все-таки, я считаю, это голова наша человеческая, которая позволяет делать невозможное. Что нужно и можно автоматизировать в маркетинге, это данные, которые собирают по потребителю. Их надо и нужно постоянно, на постоянной основе анализировать, систематизировать, обновлять и так далее. Там, да, то есть, ну, по сути, да, наверное, соглашусь с Леной, что данные, которые нужны в том числе и для обратного, респонс тоже в том числе. Я, в принципе, за то, чтобы автоматизировать любую рутинную работу, вот, в том числе не только за счет введения каких-то скриптов или умных машин, но и просто за счет бэч-процессинга, да. До этого, например, успешно на Западе делается подход, когда эти усилия консолидируются. Вот, ну, конечно, я думаю, что не стоит автоматизировать такие части, как стратегию, креатив, вот эти вот все вещи, да. Они должны быть живые. Ну, и работу с непосредственными клиентами, с конечными, да. То есть, наоборот, сейчас на Западе тренд на то, что деавтоматизируются колл-центры, деавтоматизируются меню. Если уж люди звонят, то есть количество звонков, в принципе, сокращается. Но если они звонят, то с ними говорят живые люди. Я считаю, что нашим компаниям тоже стоит обратиться к этому. И многоступенчатые меню, и вот эти вот все автоматические системы, где ничего не найти, упростить.